Кто еще не устали от новогодних праздников. А можно чуть-чуть все-таки включить свет? Я хочу видеть лица. Чуть-чуть. Прибавьте нам, пожалуйста, света. Чуть-чуть. Да, чтобы я все-таки видела, с кем я разговариваю. Вот, отлично. Представляете, сегодня проснулась, дико болит горло. Уже хотела даже отменять концерт, но я как представила, что вы все-таки придете, и вы планировали, вы что-то там, не знаю, покупали билеты. Я не смогла этого сделать, поэтому я буду очень стараться, чтобы вы не заметили моего больного горла. Но уж простите меня ради бога, ну вот так бывает, представляете? Вот, ну что делать, такая профессия, что болеть вообще нельзя, категорически нельзя. Ну, вот так. Я очень люблю Новый год. А вы любите Новый год отмечать? Да? Как вы, кстати, отметили Новый год? Шикарно? Все желания загадали, скажите, пожалуйста. У нас еще есть время до конца января. Мы можем еще это делать до конца января, совершенно спокойно. Я сегодня прочитала смешную штуку, что нам осталось прыгнуть в прорубь, подарить носки, получить цветы и спичку лич, и лето! Ура! Осталось чуть-чуть до лета.
Но пока все-таки мы празднуем новогодние праздники, действительно скоро крещение. Еще вчера, по-моему, или позавчера мы отметили Старый Новый Год. Уже немножко устали, наверное, да, праздновать. Но очень уж волшебное это время, когда действительно можно планировать, мечтать, загадывать желания для того, чтобы потом их планомерно, настойчиво исполнять сами собой, правильно? За нас вряд ли кто-то это сделает. Хотя, наверняка есть ангелы, которые нас слышат, и очень надеюсь, что и вас слышат они, и будут всем нам помогать. Сегодняшний вечер, я очень хочу, чтобы он был таким, знаете, таким каким-то домашним, теплым, демократичным. Поэтому, пожалуйста, делайте, что хотите. Абсолютно. Хотите, сидите, хотите, лежите, сходите, заказывайте, пейте, что хотите. Я хочу, чтобы вам было тепло, комфортно, чтобы вы получали удовольствие, общайтесь. А я просто как бы буду чуть-чуть вас развлекать, скажем так. Я сегодня решила разделить свою программу на три такие части. Поскольку я давно пою и люблю это делать, чего уж скрывать. Вот. И так получилось в моей жизни, что я пела в очень-очень разных каких-то областях. Это была даже оперная музыка, и оперетта, и романсы, и джаз даже был в моей жизни. И, разумеется, мюзикл, и эстрада. Вот. Но что-то прижилось, а что-то, в общем, как-то так вот попробовала и полетела без меня. Но в результате у меня осталось как-то, наверное, три направления, которые я очень люблю. И совершенно не знаю, что из этого всего выбрать, когда я планирую, готовлю концерт. Хочется все, но я понимаю, что предел внимания вашего тоже существует. Поэтому я с большим трудом выбрала как бы вот такие три небольшие части сделала и сократила до минимума того, что мне хочется. Но это самое любимое, самое дорогое, что бы мне очень хотелось сегодня вам исполнить. И это, конечно, будут романсы и очень известные песни из кинофильмов, потому что, ну, чего греха таить, у нас прекрасные было, во всяком случае, наше советское кино, и были замечательные песни, которые мы все любим и знаем, и поем, и дома поем, и за столом поем. И это традиция, и я не хочу от этого никуда уходить. Потом, конечно же, чуть-чуть мы коснемся мюзиклов, поскольку это очень большая и очень важная часть моей жизни, и я очень люблю этот жанр, очень. И он, пожалуй, ну, как сказать, наиболее сочетается для меня именно с моим желанием петь и моей актерской непосредственно основной профессией, потому что здесь все переплетается. Просто петь эстраду, к сожалению, для меня оказалось маловато, хотя я честно попробовала в свое время это сделать. Вот. Ну и поскольку все-таки я это попробовала, то в заключительной части я вам спою несколько песен со своего альбома. Правда, я решила, поскольку их очень много, и есть новые песни, которые, может быть, никто вообще не слышал еще, я выбрала сегодня песни одного автора, с которым я плодотворно очень сотрудничаю и дружу. Это Сережа Трофимов. И будут только его песни. И очень надеюсь, что вы какие-то из них знаете, может быть, какие-то любите. Паша, прибавь чуть-чуть фон, пожалуйста, а? Знаете, я не представляю себе Новый год вот без этой музыки. Если кто-то узнает, это музыка Микаэла Травердиева из замечательного фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», который мы каждый Новый год, да, как они в бане, так мы по телевизору, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я не знаю, я не представляю, как можно отмечать Новый год без этого фильма. Я читала, что кто-то там какую-то петицию подписал, уберите из эфира. Ну, сейчас любят у нас это все подписывать. Но, не знаю, буду создавать петиции, чтобы не убирали. Потому что я не представляю, как без этой музыки, без этого кино. И, конечно, я очень хочу спеть хотя бы две песни из этого фильма. Но сначала я вас сегодня помочь не только песнями, но чуть-чуть стихами. Совсем чуть-чуть. Не хочу вас долго загружать, не хочу как бы злоупотреблять вашим вниманием, но есть один автор, который мне открылся совсем недавно. И я не представляю, как я вообще жила без его стихов. Это Эдуард Осадов. Это потрясающие, простые, очень честные, очень искренние, очень пронзительные стихи.
И поэтому я сегодня, ну, буквально 2-3 стихотворения обязательно вам прочту. Мне кажется, они вам будут интересны, и они вообще как для людей. Вот они прям в сердца попадают. Но первое стихотворение будет другое. Поскольку программа называется «Все только о любви», мы сегодня, конечно, будем все посвящать этому прекрасному чувству. Прибавь чуть-чуть фон, а не могу, прям такая музыка красивая. Все начинается с любви. Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви, я это точно знаю. Все, даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и боль, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота качнешься и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Я вам очень желаю, чтобы этот год и все последующие вас сопровождала любовь. И все начиналось с любви. Что бы вы ни делали, что бы вы ни читали, что бы вы ни ели, ни пили, ни смотрели, все это было бы с любовью. Тогда все будет получаться. Ну а сейчас спасибо большое. Да, кстати, скажите, пожалуйста, я в Фейсбуке давала задание подготовить сообщение интересное о предстоящем годе. Хоть кто-нибудь это сделал, скажите. Нет? Нет. А у меня приз, между прочим, с собой. Тогда придумывайте на ходу. Кто-то сделал? Вот, представляете? Спасибо вам большое, потому что приз есть, однозначно. Мы к этому еще вернемся. Тогда, кто не знает, сегодня будет небольшой конкурс у нас, поскольку наш год только начинается. Очень бы хотелось понять, что это за год. Правильно? Вариантов очень много, между прочим. Я слышала такие версии, что это не только год красного петуха, но и золотого феникса, так на минуточку, и крадущегося лиса. Кто-нибудь слышал про это? Вот такие варианты есть. Кстати, крадущийся лис – это наша с вами славянская традиция, и можно про это поузнавать. Ну вот, я заканчиваю трепаться и начинаю петь. Итак, любимая ирония судьбы. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне, скорее за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не
никогда в церковной тишине пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сам, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч с закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головой, за то, что мы, увы, больны не вновь, за то, что я, увы, больна не вами. Замечательная песня. Подпевайте, потому что вы наверняка ее знаете. Поехали. Тихорецкая застава отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу не грустная, только корочка в руке арбузная. Но что с девчоночкой такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящие, правое прошлое и настоящее. Наоборот, стрекоза распрощался, с кем распрощался, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касаться. Подпевайте, чего вы сидите? Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняшечка. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Спасибо, спасибо. Так, что мы делаем с вами дальше? Это одно из самых моих любимых стихотворений. Телефоны можете не выключать, пожалуйста. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно, и ночами могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Упадут? Только знать, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам, без дорог, по
идти по горам, по любому пути, где черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Эдуард Асанов. Еще есть один фильм, замечательный, прекрасный. Кстати, того же режиссера Эльдара Рязанова. «Жестокий романс», который, я тоже думаю, что вы все любите, знаете, прекрасный. Там совершенно невероятные романсы, которые написал Андрей Петров, и которые, ну просто, мне как артистке, и вообще любой, мне кажется, поющей артистке, невозможно это не петь, потому что это действительно, ну какая-то одна из вершин творчества музыкального и актерского в том числе, потому что это позволительно сделать именно в этих произведениях. Я, с вашего разрешения, спою парочку романсов оттуда. «Жестокий романс». Под маской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа, кто побежден, кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова. Была любовь. Кто был охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Что понял длительно мурлыча сибирский кот, сибирский кот? В том поединке своей воли, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли мое, чье сердце ваше ли мое ли? Это было, чего так хочется и жаль. Так и не знаю, победила, так и не знаю, победила, побеждена. Пожалуй, самый знаменитый.
скажу. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или посхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил, погибели не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Так напоследок я скажу: работу малую у весов еще решит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. Безумство. Так напоследок я скажу. Еще один замечательный романс, тоже не могу не спеть. Вообще, знаете, такие вечера, они, правда, при здоровом горле, извините, это такой подарок для артиста, потому что наша профессия, она настолько зависима, что очень часто приходится делать то, чего ты не совсем хочешь, не совсем нравится. Это просто иногда работа, которую надо выполнять. А когда у тебя есть возможность такого сольного концерта, ты сам можешь выбрать и сам спланировать то, что ты хочешь делать. Разумеется, ты берешь самые-самые любимые, самые свои обожаемые произведения. И такая, знаете, становишься сама себе феей крестной, исполняешь свои собственные желания. Вот я сегодня этим занимаюсь, поэтому буду петь только то, что очень люблю. И очень надеюсь, что моя любовь будет проникать в ваши сердца, в ваши души, вы с ней и уйдете, собственно говоря. Итак, еще один прекрасный, замечательный романс Микаэла Травердиева. Называется он «Нет, эти слезы не мои». Это тоже, кстати, из фильма. Фильм, по-моему, называется «Тихие омуты», да? Кто-то помнит? Итак, Микаэл Травердиев, «Нет, эти слезы не мои». Огня, целуй смелей, разменяй.
меньше любишь ты меня, сильней тогда жалей. Мы расстаемся при свечах, и плачут руки на плечах. Раз меньше любишь ты меня, сильней жалей. И плачут руки на плечах, раз меньше любишь ты меня, сильней жалей. Налей мне горького вина и сладкого налей. Не говоря прощальный слов, мы молча выпьем за любовь. Она уходит не одна, мы все за ней. Не говоря прощальный слов, мы молча. Еще одно стихотворение Эдуарда Осадова. Хочу немножко вам рассказать об этом замечательном поэте. Очень тяжелая судьба у него. Он родился в семье замечательных людей, педагогов. Как и все дети, окончил школу. Ему было 17 лет. И он разрывался, куда поступить, в литературный или в актерский вуз. Но, к сожалению, долго думать ему не пришлось, потому что через 2 недели после того, как он закончил школу, началась война. И он отправился добровольцем на фронт. Уж не знаю, как он умудрился в 17 лет туда попасть, но я знаю, что очень многие приписывали себе года, чтобы отправиться защищать нашу с вами Родину. Он воевал всю войну. И в 21 год, практически в конце войны, он попал в очень тяжелую, очень жестокую битву под Севастополем. Он был очень тяжело ранен. Но несмотря на это, он выполнил свою боевую задачу, справился с ней. Но из-за этого ранения он навсегда лишился зрения. И всю оставшуюся жизнь он провел в темноте, в черной повязке. И несмотря на то, что это потрясающая душа, и очень трепетное сердце испытало множество невзгод. Жизнь была крайне тяжелая. Но когда читаешь его стихи, ты удивляешься мудрости, искренности, простоте, удивительной пронзительности и, как ни странно, оптимизму, который этот человек умудрился сохранить на протяжении всей своей жизни, несмотря на то, что его окружала полная тьма. Паш, ты, Паша Фон, замечательное стихотворение. Мне очень хочется, чтобы его послушали. Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы не устали, чтоб замолчали ваши соловьи, и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все проходит и уходит. Да, звезды меркнут,
Но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнуть к солнцу и ветрам, и ливне средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться. Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь и до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь горением, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не превратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам. Но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам. Не привыкайте к счастью никогда. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь к гости мои на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Тали. Белым своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Закат по углам залетает.
опять, опять предо мной проплывут наяву. Белый купол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый купол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Ну, все, конечно, узнали знаменитую песню, прекрасный романс Булата Акуджавы, но как же мы без него, да? Уж куда душевнее и куда искреннее и настоящее. И еще хочу спеть одну песню этого прекрасного автора, замечательный тоже романс «Две дороги». Не сольются никогда разные привычки и совсем не схожий вид. И сойдутся на земле две дороги, та и эта. Да натруживает ноги, это душу перетит. Это женщина в окне и розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Наши страсти нас с тобой не завели. Неизменны на земле две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, но я думаю, что мы сейчас будем заканчивать уже эту первую часть. Сейчас я посмотрю, точно ли я. Все угадала, все угадала. Ура! Ну, чтобы вы не совсем заснули у меня, вы не спите там еще, нет? Все с вами хорошо? Ну, чуть-чуть стребенемся и давайте подпойте мне что-нибудь, а? Потому что сейчас, ну, куда же мы без цыган? Правильно, Новый год, праздник цыгане. Поехали! Ехали на тройке с бубенцами, а вокруг мелькали огоньки. Эх, когда бы мне тебе вставали, душу развеять от тоски.
рождено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Дорога длинною, да ночь лунною, да свети той, что палит из меня. Да с той старинною, да семиструнной, да с песней той, что танец и цвеня, да с той старинною, да с ними струнною, что по ночам так мучила меня. Ла-ла-ла, хоп! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да с той старинною. Чуть-чуть отдышусь, ладно? Ох, как же тяжело болеть-то, боже мой. Хуже не придумаешь. Ну, мы потихонечку переходим к мюзиклам. Чуть-чуть расскажу, заодно отдышусь. А вопросики есть? А, вопросики. Кстати, о птичках. А давайте-ка действительно, я немножко отдохну. А вы мне расскажете про Новый год. Кто подготовил сообщение? Ну, кто-нибудь может рассказать? Интересно, как вот я видела. Ну, расскажите, идите сюда. Нам же очень интересно, в какой же год мы вступаем. Только у вас там доклад, картинка минут на 40 или как? Нет? На 2 минуты? Отлично, иди сюда. Давай. Представьтесь, пожалуйста. Людмила. Людмила. Милости просим. Ну, где ваш аплодисмент? Вот сейчас Людмила расскажет, что же за год нас ожидает. Пожалуйста, Людмила. Я буду, конечно, говорить сегодня о любовном гороскопе на 2017 год. Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то для вас есть хорошие новости. Это ваш год. В плане любви звезды гороскопа обещают, что шансы неожиданно встретить свое счастье высоки, как никогда. И не так уж важно, насколько вы неотразимы. Потому что в 2017 году приоритетом будет не физическая красота, а духовная близость. По этой причине забудьте о тоннах косметики, а также о бесчисленных спа-процедурах и тренажерах. В год красного петуха наиболее востребованными качествами будут искренность и живой огонек в глазах. То есть поддерживать себя в нормальной физической форме, конечно же, тоже не помешает. Но делать это нужно вовсе не для того, чтобы произвести на кого-то, на кого-либо впечатление, а только лишь для своего хорошего самочувствия, не более. В остальном же духовная близость будет оттеснять на второй план любые физические достоинства и недостатки. В этом году многие поймут простую истину о том, что любовь – это не тогда, когда двое смотрят друг на друга. Любовь – это когда они вместе смотрят в одну сторону и живут одними интересами. Больше того, эти общие интересы не обязательно должны быть большими и значительными. Для духовной близости между людьми часто бывает достаточно даже простого совместного увлечения или хобби. Все, что угодно, марки, книги, музыка, путешествия. Главное, чтобы это совместное увлечение было искренним.
Это же относится и к тем, кто уже нашел свою пару. Поверьте, какие бы отношения вас ни связывали и какими бы сильными ни были чувства между вами, в 2017 году звезды гороскопа дают вам чудесный шанс упрочить свою связь и открыть новые грани вашей любви. Для этого достаточно просто попробовать посмотреть на мир глазами своего партнера, проникнуться его интересами, вместе помечтать. Если у вас это получится, ваша совместная жизнь заиграет новыми, счастливыми красками. Но только помните, что в 2017 году звезды не прощают фальшь. В этот год лучше будет искренне разозлиться, чем фальшиво улыбнуться. А вот в плане постоянства год, увы, может преподнести влюбленным немало сюрпризов. Эмоции вообще субстанция переменчивая, а в год красного петуха особенно. Звезды обещают, что чувства в этот год будут накатывать и на вас, и на окружающих без предупреждения, отличаясь при этом удивительной глубиной и непредсказуемостью. Это можно сравнить с цунами, предсказать которое, находясь на берегу, практически невозможно. Оно становится заметным лишь тогда, когда гигантская волна уже приближается к берегу, сметая все на своем пути. Так и с чувствами. Постарайтесь, чтобы в 2017 году волны эмоций и вызванных ими случайных связей не разрушили вашу связь с теми, кого вы действительно любите. Спасибо большое. По-моему, очень интересно. Я единственный, правда, запомнила, что можно сэкономить нас по процедуре в следующем году. Ими не обязательно заниматься. Уж какие есть, такие есть. Собственно говоря, любите нас и беленьких, и черненьких, и рыженьких, и зелененьких. Вот это все, что я запомнила. Но неважно. И еще, конечно же, да, я тоже, кстати, читала, что очень важно просто быть искренним в этом году. Действительно, вот он будет очень чувствительный к фальши. Поэтому, ну, я думаю, что это к нам вообще не относится, к людям, которые здесь собрались. Мы все время такие, поэтому, слава Богу, с нами будет все хорошо. Спасибо большое, Люд. Подожди, кто-нибудь еще хочет рассказать? Идите. Так, вы не астролог сейчас, нет? Не астролог? Я нет. Идите сюда. Так, давайте, представьтесь и рассказывайте. Здравствуйте, Андрей, меня зовут, я из Москвы. Я хотел бы в двух словах сказать, что вообще красной нитью у меня в жизни вот лежит рок опера «Иисус Христос. Суперзвезда». И вот раньше как-то «Линком», «Юнон Авось», там «Хоакин Мурье» — это были мои любимые пьесы. И вот когда пришла на русском языке рок-опера «Иисус Христос», я, наверное, вот к Богу пришел только через это произведение. И не буду врать, где-то раз 60-70, наверное, точно знаю, как люди ходят, соответственно, в храм. Я хожу в Моссовета. В последнее время хожу, стараюсь на вас. Поэтому, конечно, вот хочется сказать, что следующий год, вот кто хочет прожить его светлым, чтобы он был счастливым, обязательно читать, смотреть или просто ходить в театр, потому что он помогает восстановиться, понять, осознать многое, особенно такие сильные произведения. Конечно, и можно и на шум за сценой порадоваться жизни, сходить очень весело с Яном Арлазором. Я помню, вообще просто год ходили под впечатлением. Но вот то, что вот судьба, например, мне года два назад преподнесла очень жуткий подарок, я преодолел только вот исходя из, благодаря образу Христа, вашей молитве за Бога, за Христа, когда там уже, знаешь, что надо приходить с целой упаковочкой салфеток, потому что нельзя без слез слушать это, смотреть. И это не только как-то наводит на какие-то прекрасные мысли, но и дарит жизни такие силы, энергию. И вот, казалось бы, когда тоже одиночество, разбитое, и слушаешь, идешь на спектакль, понимаешь, что будет в жизни все прекрасно. И, соответственно, в этом году я встретил опять любовь. И думаю, благодаря вам, ваше искусство, и всем вам будет у меня все хорошо. И у вас тоже. Я желаю всем удачи. А вы навсегда останетесь для нас богиней, прекрасной звездой. И спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. Встретили любовь, это прям вот
Это самый большой результат, мне кажется, который мы добились. А про Новый год-то что? А про Новый год ходите в театр, вам сказали. В театр мы так ходим. Это самое главное. Следующий год театр все вылечит. Подарит любовь. И подарит любовь, и вылечит вас. И меня вылечит, и вас. Все будет хорошо. Спасибо большое. Есть у кого еще что-то? Садитесь, наверное. Есть еще у кого-то что-то интересное нам рассказать? Нету. Люда, тогда ты, я думаю, молодой человек, простите меня, да, что мы подарим все-таки приз прекрасной девушке, да? Люда, ты единственный призер, ты понимаешь, что произошло? Смотри, что я тебе приготовила. На самом деле, прямо от сердца оторвала, но хотела это сделать. Значит, дело в том, что я собираю ангелов. У меня целая коллекция дома разных. Прям там их очень много, разных видов, вот, и я очень в это верю, честно говоря, я прям чувствую все время за своей спиной кого-то, и иногда это так реально, друзья мои, и так ощутимо, что, ну, невозможно не верить в это, и я знаю точно, что если, ну, как сказать, это поддерживается, да, ты об этом думаешь, и разговариваешь, и благодаришь, и просишь, всегда, всегда рядом с вами обязательно тот, кто вас будет беречь, хранить. И поэтому вот все, что связано с ангелом, это моя тема. Я тебе хочу подарить вот такого прекрасного ангела. Это ангел вечной любви. Я тебе его дарю в твои руки. И я тебе желаю, чтобы любовь, неважно, к мужчине ли, к себе ли, в первую очередь на самом деле, к родителям, к друзьям, к родине, к природе, к небу, к солнцу, чтобы она всегда была и никогда у тебя она не угасала. Чтобы она тебя всегда грела и была бы вечной. Вот это вот об этом. Просто о любви, всеобъемлющей, которая все-все-все грани нашей жизни согревает и наполняет. Вот такого тебе ангелочка, вот в такой прекрасный пакет клади его. Вот. И я тебе хочу, Люд, подарить еще просто афишку. Единственное, я тебе ее попозже подпишу. Ладно, чтобы мы не тратили время. Вот, вот такая фишка сегодняшнего вечера. Просто тебе на память, и я обязательно напишу что-то очень интересное для тебя. Вот такой тебе приз. Спасибо. Спасибо тебе за твой труд и за твое интересное для нас сообщение. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Собственно говоря, что про мюзиклы. Я не буду сегодня петь из мюзиклов, которые идут на сцене театра Моссовета. Но это странно было бы, правда? Проще сходить в театр. Ну что хихи-то, я не понимаю. Мы согласны, ура. Вот. Проще сходить в театр и посмотреть это на сцене, как бы, собственно говоря, в контексте. И мы никуда не деваемся, тем более уже, собственно, 26 лет мы поем Иисуса. И уж можно обсмотреться, по-моему, и обслушаться. И 12 лет мы поем «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда». Кто не был, пожалуйста, приходите в театр. И это будет гораздо интереснее, чем это сделаю я сейчас, вот прям вот конкретно. Вот, поэтому я сегодня буду петь то, что я не пою так часто, скажем так. А будет несколько песен, которые я не пела никогда, друзья мои, но всегда очень хотела. Я, знаете, я, Паш, я пропущу первую песню, потому что, честно, я боюсь, мне не хватит голоса, потому что там очень много всего еще интересного впереди нас ждет. Я расскажу об одном мюзикле. Кстати, вот здесь находится прекрасный артист Антон Дёров, с которым мы играли много-много лет. Иисус Христа, он играл Иуду. Антоша. Вот он, прекрасный Антон наш. И он играл в мюзикле, который для меня так и остался несбывшейся мечтой. Объясню почему. Дело в том, что, значит, вот Иисус вышел где-то в 90-м году, там мы сыграли. А следующий мюзикл, и это был первый коммерческий огромный такой большой проект, появился аж в 99-м году. То есть вся вот эта мюзикловая история, к сожалению, для меня появилась очень поздно. Я уже была очень взрослой. Мне уже на тот момент было где-то года, наверное, 32-33, а то и 34, когда появилось «Метро». Я говорю про мюзикл «Метро». Вот. И, а мне очень хотелось, потому что действительно потрясающая музыка, какая-то необыкновенная европейская культура в этом была, и в постановке, и в самой идее. Вот. И я, естественно, пошла на кастинг, что самое интересное, меня взяли в проект.
и очень долго ко мне присматривались. Я подружилась с режиссером, я подружилась с композитором Янушем Стоклосой. Вот. И все прекрасно понимали, что я могу это спеть. Но, мало того, мне даже дали порепетировать. Но дело в том, что главной героиней, которую мне очень хотелось играть, было 16 лет. А мне 34, как вы понимаете. И хотя на тот момент в театре Моссовета я играла таки 16-летнюю девочку в спектакле «Куколка», и, в общем, ни у кого сомнений не вызывала. Но дело в том, что у авторов этого проекта была своя идея и своя легенда о том, как это все происходило. Вот Антон больше меня это знает, потому что он там играл в этом спектакле. Значит, и было придумано, что действительно там должны были быть по-настоящему, уж если 16, так точно 16, а уж никак 34 плюс-минус, да. Вот, и мне даже дали порепетировать, но и намекали так очень аккуратно, что вот, ну, не 16. Я, честно говоря, долго делала вид, что я не замечаю намеков. Ну и что, театр. Подумаешь, издалека не увидит никто. Но когда ко мне стали подходить девчонки и там и мальчишки и говорят, что мы выросли на ваших фильмах и клипах, вот тут я задумалась, что, наверное, что-то не так, не совсем так. Вот. И потом мне, значит, Януш Стоклос, мой любимый прекрасный композитор этого мюзикла, сказал: «Ир, так все здорово, ты нам так нравишься, вообще мы были бы счастливы. Но ты не... Я не помню, как зовут героиню. Как ее звали, кстати? Аня. Да ты не Анка. Ты мама Анки. Понимаешь? Поэтому извини, но вот в этот раз никак. И я так и не сыграла, и не спела этот мюзикл. Но очень хотела. Очень. Поэтому, поскольку я сегодня фея крестная сама себе, я решила, что я это желание попробую сегодня исполнить. И продемонстрирую вам эту прекрасную музыку. Я очень постараюсь. Итак, мюзикл «Метро». Но между
классная музыка, согласитесь, правда? Вообще. И еще одну песню попробую, ребят, прям голос садится, кошмар. Очень обидно. Это уже Анка взрослый, это она, ей уже не 16. Возвращаюсь, почти светло. Ночь прошла. Скоро сок свое крыло снимет. Дни.
Вот такая была у меня мечта. Ну что ж, я беру красный бур. Как вы думаете, что я буду пить? Да. Один из моих тоже очень любимых мюзиклов. Была, кстати, идея поставить это в театре Моссовета, но вот в связи со всеми нашими недавними трагедиями, переменами, к сожалению, немножко затормозились все наши идеи. Но чем черт не шутит, может быть. Будем загадывать желания. Поехали. Может, счастье улыбнется, не пройдет стороной. На мгновенье, как спасенье, будет рядом со мной. Если жизнь игра, побеждать пора. Сколько можно от судьбы ожидать утра, а не наград? Кто удачлив, тот и счастлив, кто на дне не в цене. Куда же мы без этого? Поехали! Твой вечер опять одинок, праздник найди скорей. Жизнь это кабаре, дружок, жизнь это кабаре. К черту заводы, какой от них прок, сердце свое согрей. Жизнь это кабаре, дружок, ждем тебя в кабаре. А тут оркестр, а тут вино, а тут смешно. Скучая, плевать в потолок, смеяться куда мудрей. Жизнь нет, говорит дружок, ждем тебя в кабаре. Когда-то я дружила с ней,
некой Элси. Мы с ней снимали пару комнат в Челси. Она жила совсем неправым делом. И что делать? Сказать по правде, торговала телом, бывает. Скончалась Элси, и соседи всплыли. Мол, виски, разврат ее скубили. Но Элси тихо лежа среди них была куда счастливее всех живых. В те дни, когда душа моя болит, с небес она мне тихо говорит. Если твой вечер опять одинок, праздник найди скорей. Жизнь — это кабаре, дружок. Жизнь — это кабаре. А если так, я вам скажу без всяких песни, что хочу прожить как Элси. Всем нам отмерен лишь крохотный срок чьей-то большой игре. Ну вот, часть мюзиклов мы с вами благополучно пережили. И сейчас я вам хочу спеть оставшимся голосом несколько песен. Вопрос. Из моего эстрадного... кстати, да. Дело в том, что у меня были... Не передавали. Слушай, если их не потеряла только. Вопросы? А я их потеряла. Сейчас. Наверное, потеряла. Куда-то я их делала, ребята. Были вопросы, которые присылали на сайт благодарные и заинтересованные зрители. Представляете, но я их куда-то зафигачила. Извините. Если хотите, можете сами что-то спросить. Но думаю, я лучше, наверное, попою все-таки. Пока совсем не охрипла. О, смотрите, что от меня осталось тут. Перья красные. Дело в том, что был такой как бы эпизод в моей жизни. Он, собственно говоря, и продолжается, просто не так активно, когда я записывала эстрадные песни. И пела их с удовольствием. И была почти эстрадной артисткой. И как весь наш шоу-бизнес, ездила на гастроли, выступала в клубах. Вот. И самое такое плодотворное, самое интересное, конечно, сотрудничество у меня получилось с таким прекрасным поэтом и композитором, как Сергей Трофимов. Самые лучшие песни мы с ними записали. И сегодня я, пожалуй, остановлюсь именно на этом авторе, а все остальное оставлю пока за кадром. Но прежде всего... Почему-то мне очень хочется, если, опять же, говорю, получится. Блин, как вот я прям очень расстроена, что у меня сегодня разболелось горло, потому что очень хотела спеть вам побольше всего. Я хочу начать вот эту часть с одной песни, которая вот как-то очень легла мне на сердце в последнее время. Это песня не Сережина. Эта песня написала моя очень хорошая подруга на сегодняшний день, замечательная певица и актриса уже, Лена Максимова. Наверняка
знаете такую исполнительницу, которая у нас финалистка «Голоса», и сейчас она просто порвала всех, по-моему, на точь-в-точь, совершенно феерическими какими-то номерами. Вот, и так получилось, что она тоже, кстати, росла на моих песнях, как выяснилось. Вдруг это, как она мне сообщила. И как-то мы нашли друг друга, и уже сделали несколько концертов мы с ней. Я выступала у нее в Кремле на сольном концерте, и несколько благотворительных у нас концертов было совместных. Вот. И она написала одну песню, которая мне очень нравится, и которая прям вот отвечает моей теме. Называется эта песня «Крылья ангела». Не знаю, кто-то слышал, не слышал. Я хочу свою вот как последнюю часть, финальную, начать именно с этой песни. Но перед этим хочу прочитать одно стихотворение. Вы еще не устали без стихов? Хотите стихи? Знаете, родной Фейсбук прислал стихотворение замечательное. И прям как-то оно очень предваряет эту песню. Стихотворение называется «Ангел». Уставший ангел шел по белым облакам. Он столько сделал для людей за эти сутки. Кому-то двери открывал впервые в храм. Кому дарил надежду робкой незабудкой. Просящим нежно протянул он два крыла и положил просфиры в руки безнадежных. Встречая зло, всегда сжигал его дотла. Хотя и знал, что сжечь навечно невозможно. Он подбирал у парков брошенных детей и нес туда, где их любовь брала на руки, мирил по глупости рассоривших друзей и разбивал оковы тягостной разлуки. Он нес любовь в ладонях, розы, лепестки и разбросал их в майский вечер без остатка. Но видно, были до того они легки, что до земли не долетело и десятка. Последний шаг до врат небесных и порог, где ждет отец, где для него всегда открыты двери. Как быть? Лгать ангел от рождения не мог. Как объяснить, что люди в ангелов не верят? Да, «Крылья ангела». Ой, спасибо большое. Красиво. Стихи. Ты нашел вопрос, мой дорогой. Спасибо. Да, потом. Давайте мы сначала споем эту прекрасную песню. Если б могла.
я примерена, если б могла, если б могла. Тобой пошла, если б могла, я бы плакала, я бы верила, и крылья ангела я примерила, если б могла, если б могла. Наверное, самая известная, пожалуй, песня, которую мы с Сережей сделали, записали. Кто помнит, подпевайте мне. Что ж ты мне все время платье мое почему-то оставляет у себя этот? Ну что, поехали, я так устала ждать. Желание звездам, но когда душе правды не снести, как же хочется верить, что еще все не поздно и возможно все еще спасти. Слышишь, мне холодно в ночи и сгорает свет в пламени свечи. Слышишь, я так устала ждать, обмани меня и вернись опять. В чем моя вина? Я не ведаю, не знаю. Ангелы мои разлетелись прочь, только эта алая звезда в небе черном догорает. Может быть, хотела мне помочь. Слышишь, мне холодно в ночи и сгорает свет в пламени свечи. Слышишь, я так устала ждать, обмани меня и вернись опять. Oh, oh, yeah.
Спасибо. Ну и, конечно, романс. Многие наверняка слышали, знают. Конечно же, романс. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, в тишине звала, и как боялась встречи, дом вьюга замела, и в окна бился ветер, как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер. Мне так хотелось верить, что счастье на земле Бог каждому отмерит, и капелька тепла нас ото льда излечит. Ждала в тот хмурый зимний вечер. Следующая песня называется... О! Да, все правильно. Что, испугался, Паш? Пойду к вам. Хотите, присоединяйтесь. Ей было 16. 25, промозглая осень, случайная встреча. Она еще знала, что хочет летать, а он уже понял, что счастье не вечно. Любовь, гордая хищная птица, любовь, вечного неба дитя, любовь, рыщет голодной волчицей и нас убивает, шутя. Ей было не важно, что будет потом. 16 душа не умеет бояться, и он вместе с ней забыл обо всем. Не в силах наивной сказкой расстаться. Любовь, гордая хищная птица, любовь, вечного неба. Любовь,
Большая молва, тяжелые цепи на трепетных крыльях. Любовь не прости за то, что жива, и свой натасканный псов задрови. Сейчас премьера. Я не знаю, мне кажется, эту песню никто никогда не слышал. Песня, которую, правда, мы уже достаточно давно записали в Сереже, но как-то не было повода ее спеть почему-то. Вот сегодня у вас премьера.
еще один ангел в коллекции. Расскажи мне об одном, кем я буду там, я буду там, кем я буду там. Не зови, я слышу горы за хребтом, неземного света море на. Там бегут по склонам реки за стеной. Сохрани меня навеки, ангел мой. Я буду там. Я иду тебе навстречу, забывая обо всем, еле прожитом.
желаю, чтобы ваши ангелы-хранители всегда были рядом с вами. Помните о них, просите их, верьте им, благодарите их, и они всегда-всегда будут помогать вам. Поверьте, это так, честное слово. Пусть у каждого будет обязательно сзади помощник. Можно увести чуть-чуть, кофе давай. Осталось чуть-чуть, помочь тебе. Ой, боже мой, спасибо большое. Мою коллекцию прибыла, ура. Но осталось совсем чуть-чуть нам с вами побыть вместе. Знаете, песня, которую я сейчас хочу вам спеть, она не моя. Я ее никогда не пела. Она написана Сережей Трофимовым тоже. Но она настолько замечательная, даже при ужасной фонограмме, что мне очень хочется ее вам сегодня спеть, чтобы она как-то с вами осталась. Она прекрасная. Песня называется «Родина». Просто так. «Родина». А включите свет, чтобы я видела лица. И чуть-чуть фонограмму помнишь, да? Мы немножко потише делаем. Белая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, она надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет пяти, и радость моя поет. Счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю я, что вместе мы народ, и радость моя летит, и счастье мое поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне.
это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Финальная песня, тоже Сережина. Стихи наполовину мои. Да. Вот бы взять и стать везучей, чтобы все как у людей, чтоб тепло чтобы лето без дождей, чтоб друзья звонили чаще, узнавали что-то как, чтоб негаданное счастье просто так. Закончить.
закончить этот наш прекрасный вечер стихотворением Асадова. Под прекрасную музыку, я надеюсь. Дорожите счастьем, дорожите, замечайте, радуйтесь, берите радуги, рассветы, звезды глаз. Это все для вас, для вас, для вас. Услыхали трепетное слово? Радуйтесь, не требуйте второго. Не гоните время ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему. Сколько песен суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь над кручей. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещает вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик, дождь на лужи. Веснушки, если это чудо пропустите, как потом уж и на свете жить? Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра события, звезды, реки, птицы и цветы. Дорожите счастьем, дорожите. Спасибо. Я желаю вам любви. Я желаю вам здоровья в следующем году и во все последующие. Я хочу, чтобы ваши ангелы вас хранили, чтобы вы мечтали, любили, чтобы исполнялись ваши желания, чтобы в доме у вас был лад и достаток. Будьте счастливы. Спасибо вам. Вы можете еще посидеть, спасибо. Сейчас Антошка что-то хочет. Уважаемые дамы и господа, мы очень рады видеть вас сегодня в этом зале. Это, я уже повторяюсь, почти в 50-й раз. Но сегодня была настоящая актриса здесь на сцене. Ваш аплодисмент. И еще, у вас есть счастливая возможность фотографироваться с ней, если она позволит, и подарите ей свои цветы, пожалуйста.